Пепус. Я что, сказал, невкусный, что ли? Всем приятного аппетита, кто кушает с нами. Сегодня у нас, ну, видели, да, я готовила рыбный суп. Супяо, супяо. Олег сказал, это холодец, а не суп. Сейчас будет вкусный суп. Особенно после спортзала вообще есть охота. Дай вот там бульончик Данилы сколько. Баночка, видишь, из-под перца. Ударился? Вот так вот, смотри, сделай так. А Вовка лохматый, никогда не расчесывается. Да, Вов? Это хорошо. Это вообще прекрасно. Личность. Это очень хорошо. Такой молодец, Вова. Угу. Горжусь. Такой прекрасный человек. Вова Коршунов. Это великий человек. Что, ходить как все прилизанные, да, расчесанные, Вова? Все верно. А Вовочка должен быть Вовочкой. Герой анекдотов Вовочка, да, Вовочка? Ты проиграл, что ли? Положил просто телефон. Так тебе что, ничего не будет за это. Могу проиграть. Так, что это? Короче, у нас картошка отварная вчерашняя, капизда вчерашние, помидоры, огурцы, рыба, суп сегодняшний, лаваш столетний, потом колбаса сегодняшняя. Да, Вовка? Круто, да, я шучу? Угу. А что лучше с него было? Нет уксуса. Нету, да? Серьезно. Я сегодня его днем ела, я просто вообще чуть это с ума не сошла. От чего? От еды. Потом меня сразу вырубило. Угу. Нас с тобой, Вовка, вместе, да? Мы с ним подушку на диван положили на середину. Я с одной стороны, а с другой стороны. Че ты его передразниваешь? Ешь давай. Ты давай картошку поешь хоть. Супчик. Суп, кстати, вкусный. Че? Что-то я хотела же. Нормально-то нельзя сказать, что... Про ложку. Меня так устраивает. Что ты сразу же так реагируешь? Блин. Мам, еще надо было в школу пойти. В смысле? Когда мы уснули там. В какую школу? Мы только со школы пришли. Ты же сегодня ходил. Угу. Забыл, что ли? Еще мы сама там тебя привезли, ты выскочил и самый первый побежал. Там тяжеляк, говорю. Рюкзак тяжелее его. Кстати, у тебя надо рюкзак перебрать. Что там таскаешь? Кирпичи, что ли, Вова? Из дома. Все лишнее таскает. Что там у тебя такое тяжелое? Ну что-то есть тяжелое, да? Хоть бы уносил и оставлял там. Хоть бы уносил и оставлял там весь хлам. Угу. Он же оттуда что-нибудь прихватит, да, Вова? Конечно. Все, что лежит, неправильно. Как папа. Данька, что картошку не ешь? Попробуй холодец-то. Угу. Что, хлеба нету, реально, да? Вот он есть. Ой, так, что, я бы попила кофе, но у меня там кофе остался только на завтра, на утро. Так что все.
Все. А, там же сок есть, томаты, кстати. Молодец. О, бутик будешь? Еще один будешь? Что еще есть же? Что? Что там за гранью сегодня? Что было? Посмотреть что ли? Ой, там страшно. Ты сегодня смотрел? Вчера же мы с тобой смотрели. Налей себе. Да пей ты уже. Сегодня ты не знаешь, что. Мам. Да, даже руки трясутся. Это первая часть Гарри Поттера. Да, это какая часть Гарри Поттера? Не знаю. А, первая. Где Добби-то? Да, по-любому первая. Они только поехали, наверное, учиться. Четыре да, дня. Вот. Четыре дня. Их друзья забрали. Перца нету. Отправлю в какой-то дом. Вова, на, поставь туда маму. Гарри Поттер и потайная комната. Так называется. А вон первая часть поставь. Какая? Да не бойся ты я ее не трогать. Я вообще не смотрю. Там беру. Что-то пахнет еще. Что ты обдергали сюда страшный ставишь? Как эти дикие. На, убери. Ты будешь печеньку? Угу. Много не клади, чтобы не высыпало. А я сегодня на обеде ел, нет? А, я ел же. Я, кстати, кто утром звонил? Тимоша такой. Тимоша быстрее меня такой побежал. Но у него меньше там всего. Меньше чего? В рюкзаке-то? Ну да. А у тебя что там таскаешь? Кирпичики, да, Вова? Ага. Да камни. Камни таскаешь? Молодец. Зачем? Бутик, давай еще сделаю. А сколько? Ну давай в чай еще тоже макни. Че ты мне не даешь ему посмеяться нормально? Даже не поприкалываться, да, ух. Даже не поржать. У меня не раз тоже майонез был в чай. Че? Один раз. Майонез в чай был, помнишь? Ты положил? Папа положил мне. Ты еще в комнате был. И майонез с чаем пил, да? Я отказался его пить. Это ты этой ложкой выловил майонез и сам начал пить. Майонез съел? Чай с майонезом хочешь? Так это вкусно. Давай сделаем, попробуем. Кстати, нам сегодня с тобой знаешь, что надо сделать? Письмо солдату написать. Мне, что ли? Ты что, солдат, что ли? Да. Где? Военный билет показать, что ли? Вот так смеяться. Я солдат в запасе. Нет солдата. Такой сидит, насмехается надо мной. Папа солдат, что ли? Все, улыбка спала. Ты же солдатом, который в Украине находится, да, Вова? Ты ж не в Украине. Мы где-то недели две назад писали письмо. Да. Им писали? Да. Что писали? Привет, как дела? Мы за вас переживаем. Угу. Да, Вовка? Там для тебя плохо. Как мы письмо будем писать?
не смс-ку, а связь письмо. Плохая. Он даже не понимает, что такое письмо. Ну. Ты знаешь, что такое письмо? Когда пишешь от руки письмо, раньше не было же ни телефонов, ничего. Пишешь письмо и отправляешь через почту. Почта России. Письмо. Не знаю, что такое Почта России. Не знаю, что такое Почта России. А раньше вообще голуби перетаскивали письма. Прикинь. А, так там ведь было. Вот, как здесь сказки. Ну нет, там типа его попугай вынес из клетки и какое-то письмо привез. Угу. Практически так. Правильно было. Что-то я вообще нажралась. Как Бобик, да, ок? Не дают посмеяться, похихикать на ногу. Да все. Да никто не смеется. Вова, все не смотрите на него. Как не изгой. Как у тебя, Данил, в школе дела? Хорошо. Вова, ешь. У тебя как на работе дела? Хорошо. Сколько мы сегодня после уроков работали? Что? Я тоже не понял шутку. После уроков нас сегодня оставили на работе. Ага. Супа будешь? Ешь лучше. Лучше есть, да? Ну. Умнее, кажется. Ну. Суп будешь, говорю? Ну, давай немного. Ну, и соль есть. Дай мне. Давай, ну, вот это вот. Съешь, Вова. Там два куса всего. Много будешь. Не надо, вот все этого хватит. Какой супяо, реально. Холодец. Два в одном, каша-суп. Холодец. Кулеш. Раньше его называли. Ой. Вкусный кулеш. Я думал, ты сахар добавишь. Спасибо. Офигеть, вот во время войны, да? Точнее, даже после революции, это 24-25 год, когда вот колхозы начали ставить. Вот этот суп, это божественный суп был, вот такой вот. А мы бабушка сейчас, рассказывала, они из лебеди стряпали. А мы сейчас сидим, да, вот это, там, ой, не умеют готовить. Да зажрались вы все, и мы тоже все зажрались. Ну, опять нужно понимать, что уже, блин, сколько времени прошло. Надо же развиваться, вперед идти. Молодец. Ну, не забывать то, как мы завоевали всю Германию. Мы! Русские! Че ты ковыряешься? Нормально ведь? Потом на 9 мая покажу медали. Очень много. Ты их уже показывал. Показывал, да? Конечно. Ну еще покажу. Показывал точно? Они у меня вон лежат в тумбочке. Упомянул. Кто? Упомянул. Не понял, что ты. Кушай, не отвлекайся. Когда я ем, я глух и нем. Угу. Что ты, Вова, говоришь? Где медали? Не, они удали. Ну, удали в тумбочке ведь. Не. Ну, вот он куча. Это его медали. Это другие, это его медали. А есть еще
медали нашего деда, старого-старого деда, который участвовал в войне, и ему за эту войну дали много медалей, понял? Я тебе разве не говорил? Я тебе сейчас только дали, сказал. Дали. Ну ты еще мелкий. Даня знает про это, да, Данил? Нет. Про что? Про медали-то. Да. Я думаю, нет. В следующий раз, когда в спортзал пойдем? Четверг. Четверг? Вечером? В 9, да? Чем в 9? 8:30. Зачем в 9 идти, а я не до 10 работаю. А потом в субботу, да? Не знаю, посмотрим. Ну, знаю, через день же ходить. Не обязательно. Первый, не, первый месяц. Первый месяц надо ходить через день. Ну вот будешь ходить через день. Ладно. А ты? Я не буду ходить, буду лежать. Ага. Пузом кверху. Как всегда. Как обычно? Да. Мое нормальное состояние. Угу. Рабочее. Что ты опять начала? В четверг сходим и там определимся. Что ты опять загадываешь? Откуда я знаю, что? Может, в пятницу пойдем? Ну, я в пятницу не пойду. Почему ты не пойдешь в пятницу? Ну, потому что мышцы забиваются, их надо, чтобы они минимум сутки отдохнули. Еще будешь? Как будто это мы в 1:00 ночи будем это чего? Ходить туда. Ну, ну иди сок, попей, папин. Нет. Иди ко мне. Иди ко мне. Сок вообще прикольный. Будем бутерброд с колбаской? Давай. Так. А почему так сделал Селинка? Я не знаю. Кстати, как выключилось? Так. Сколько нас смотрит? Ага. 98 500, а лайков нету. Ну-ка давайте все вместе нажмем лайки. На счет три. Раз, два, три. О, молодцы. О, будешь бутерброд? Ладно, я позже чай попью. Ну ладно, всем спасибо. Всем спокойной ночи. Приятного аппетита, кто с нами кушал. Спокойной ночи. Что ты, Вова? Я что сделал? Драться с ним буду сейчас. С кем? С Данилом. А что, из-за чего? Это то, что он телефон не отдает. Ну все, всем пока-пока. До завтра. Увидимся.